Мы думали, что, может быть, нет у нас столько проблем в здравоохранении. Оказалось, действительно, мы увидели, что проблем очень много. Если мы возьмем, вот сразу подойдем к той проблеме, материально-техническое состояние ряда лечебных учреждений. Мы не будем брать все, конечно, лечебные учреждения, но вот те, которые мы посмотрели, мы взяли один район, Облучинский район, который обследовали. Мы увидели, что материально-техническое состояние, начиная от аппаратуры и кончая до мебели, в крайне изношенном состоянии. Что нет ремонта. Это, например, амбулатории Известковская, Теплоозерская больница, Бирский ФАП. Но взять, что сказать, вот люди сидят, работают, опустив руки, нет. Люди стараются сделать даже в этих лечебных учреждениях, где нет ремонта, они стараются сделать, где-то выкроить какие-то денежки, может быть, на свои где-то средства что-то приобрести, сделать, но чтобы ФАП у нас работал, амбулатория работала и оказывали помощь населению.